Сейчас получается вот так, если рассматривать по очередности, то поселок Новониколаевский, он один из самых, так скажем, больших, я об этом и говорил, поэтому да, здесь напрашивается. Но будем смотреть и по возможности, так сказать, поставить себе план. Давайте в этом году, коль мы себе примерно понимаем, что 110 лет селу, уж хоккейную коробку Новониколаевки, пусть с маленькими бортиками, да, ну чего не поставить. Но если уже многие вопросы вы решили, все у вас есть, ну несправедливо, в таком селе нет хоккейной коробки. Мы сами себе ставим задачу, чтобы в каждой школе у нас была хоккейная коробка и в каждом селе, ну а уж особенно в Новониколаевке. Да когда об этом говорят, я всегда вспоминаю это, как это, притчу о руке, вот, какой бы палец не кусить, он весь, понятно. Все больно, поэтому конечно. Мы будем стараться. Конечно, будем конечно, стараться. Давайте в этот юбилейный год соберем все силы, всех сельхозтоваропроизводителей, которые с нами, которые, так сказать, не дошли еще, вот, и сделаем эту коробку. Ну, это небольшие, будем так говорить, деньги. Пусть это не надо высокий бор делать, как Матвеевки Кулагин там поставил. Давайте сделаем там полубортовые, там можно, если есть, конечно, средства профессиональные. Но самое главное, покрытие надо сделать, чтобы вода не уходила в землю. Конечно, очень много зависит от покрытия. Цена от 350 до 500 тысяч рублей. Тут... Александр Викторович, давайте деньги понял. Считать не будем. Давайте не будем считать деньги. Надо просто постараться сесть, посчитать и сделать.